В этом видео я покажу, как отключить надоедливый зуммер открытой двери на Toyota Corolla 2008 года выпуска. Здесь слышно, этот зуммер постоянно пищит. То есть ни музыку по-нормальному на природе не послушать, ни хрена. Что нам для этого надо? Отстегиваем пластиковую накладку под рулем. Она на защелках, просто раздвигаем ее и вытягиваем на себя. Дальше нам нужно отключить вот эту вот фишку. То есть просто отключаем вот эту фишку, и проблема решена. При этом зуммеры непристегнутого ремня, не выключенного света, также продолжают работать в штатном режиме. То есть тем самым мы отключаем только зуммер открытой двери. Вот, собственно, и все.